Гаспанда. Айбынды көк байрағы. Алаштан алдары аттар жолын қуып сертен таймады. Намыс пен жігерінді алдаспанша қайрады. Жарқын болғай жайдарлы. Қалын елім әр қашанда бозылмағай қаймағын. Адымдашы болашаққа жайдасындай жайдарлы. Дорогие телезрители, в эфире солнечная передача «Куншуак». Сегодня большой день для всех граждан нашей страны. Мы отмечаем 30-летие независимости Республики Казахстан. Это один из самых значимых праздников нашей страны. 30 лет назад наша страна обрела статус независимого демократического правового государства, став именно символом единства и процветания. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями, успешными преобразованиями. В этот знаменательный день примите самое теплое пожелание крепкого здоровья, семейного благополучия и счастливой жизни. Пусть процветает наш Казахстан! Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную Дню независимости Республики Казахстан. Сегодня мы с вами поговорим о достижениях и победах Казахстана, а также расскажем о проделанной работе в разных отраслях Западно-Казахстанской области. У нас в гостях сегодня и ровесники независимости, которые поделятся своими успехами и достижениями, что они чувствуют, взрослея вместе с нашей
страной. Я рада вас приветствовать, уважаемые гости, в нашей передаче. Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас с таким важным праздником для всех нас, как 30-летие независимости нашей страны. В этот день именно, какие вы сами испытываете эмоции? Для вас что значит эта дата? Что, по-вашему, является символом нашего Казахстана? Для меня это независимость, радость, счастье. Я горжусь тем, что родился в один год с нашим государством. То, что повидал все радости, невзгоды, все те страдания и счастья, которые произошли с 91 года. Я горжусь этим. Я повидал много в своей жизни. Видел, что такое Казахстан. Ну, я в своих краях. Я родился не в этом городе, я в Северо-Казахстанской области родился сам. Я видел, как это все строилось, с каким трудом, с каким страданием, стремлением. Но за такой короткий промежуток времени данные города, как Уральск, где я сейчас проживаю, где Петропавловск, где я родился, выросли во многом в обучении народа, так и в наших стремлениях для дальнейшей жизни. Конечно, ровесников независимости очень много, и все они разные. И каждый реализовал себя в выбранной сфере. Вот вы реализовали себя как военный. Вы являетесь офицером воинской части 5517. Да. И, безусловно, мы видим у вас и награды, и медали сейчас на груди. Есть. Ведь они достигнуты за ваш за какой-то мой труд, труд. За мое стремление. Я раньше я не хотел быть военным. Я не знал даже, что такое. Я не родился в семье, где процветала служба. У меня никто не служил. Я первый из своей династии. У меня ни с отцовской стороны, ни с материной стороны не было даже тех, кто служил в армии. Я первый, кто пошел в армию. Я первый, кто окончил военный институт. Я первый, кто пошел в войска. И начал с лейтенантских времен, на данный момент уже капитан, продвигаясь к своей цели, стремлениям, желаниям, добиваюсь того, чего хочу. Артем, спасибо. Вы являетесь настоящим патриотом своей родины. Мы благодарим вас. А что для вас является, уважаемые гости, именно эта дата? Как вы сами будете отмечать этот праздник, Данильбек Алиевич? Ну, спасибо, Лаура, за приглашение. С ровесниками я себя чувствую ровесником, действительно. Потому что мы всегда в душе молоды и будем молоды. Но Артем сейчас сказал, да, вот с первого дня видел все. Он вырос в Суверенной Республике. Он застал суверенитет, независимость и с детских лет впитывал в себе слово независимость, слово суверенитет. Казахстан, благодаря мудрой политике нашего первого президента Ельбасы, Нурсултана Абишевича Назарбаева, были трудности. Трудности были, через которые мы достойно прошли, с достоинством преодолели эти трудности. И вот благодаря вот дальновидности нашего первого президента, вот его Всевышним данной мудростью, он свой народ уберег от страданий. В то время как, вот, знаете, вот, Артем, ты как военный, тем более знаешь хорошо, постсоветского пространства, после развала Союза, что творилось. Да. Это начиналось с Узбекистана, начали вырезать турку мисхатинцев. Дошло до Нагорного Карабаха, где свели армян с азербайджанцами на азербайджанской земле, да, вот кровь полилась. Потом Приднестровье, потом пришло в Чечню. В Чечне же две военные кампании, почти 13 лет. Дети выросли. Сейчас у любого вот ровесника вот
тех лет, спроси, вот стрельни там, вот где-то вдали, стрельни, он тебе скажет, какой выстрел, с какого вида оружия этот выстрел был произведен. Поэтому это все предвидя, наш президент уберег нас. Понимаете, мы миновали те вот страдания, те страшные ужасы, которые творились в тех республиках, кровопролитие, межусобица. Вот, и предвидя это, вот, в 1995 году была создана ассамблея, где президент всех собрал в единый институт дружбы. Дружбы народов тогда, народов Казахстана. А у нас, как вы знаете, 140 с лишним национальностей. Поэтому наша независимость, она была трудной, тяжелой, но мы с достоинством эти трудности, эти тяжести преодолели. И сегодня мы живем в государстве, которое вот благодаря нашему первому президенту сегодня стало развитой, высоко развитой страной, во всем мире узнаваемой, имеющей большой авторитет во всем мире, признанной во всем мире. Не зря вот генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, когда был у нас, он дал очень высокую оценку работе ассамблеи, работе нашего президента, работе наших граждан. Как наш президент стал членом ассамблеи, не только мы, вот 340-360 членов ассамблеи, где удостоверение завел подписи, а все 18 миллионов моих граждан, это все члены ассамблеи. И действительно, вот все 18 миллионов граждан Казахстана сохранили наш мир. Сохранили стабильность в нашем государстве, независимом государстве. И всеми мерами, всеми своими силами, возможностями помогали нашему первому президенту в сбережении мира и согласия в нашем общем доме. Чтобы мамы наши не плакали у изголовья своих детей. А независимость, да, это многовековая мечта предков казахского народа, казахских ученых, видных деятелей, политических деятелей, которые всегда стремились к независимости, как и любой другой народ. Мой народ, чеченцы, они со дня своего рождения, как их Аллах создал на этой земле, с тех пор вот хотят независимость, но нам ее не дают. Спасибо, Данил Бекалиевич. Действительно, Яна, на пути к независимости было немало преград и трудности. Вот вы, как с исторической точки зрения, да, что можете сказать? Какое достижение вот нашего Казахстана, на ваш взгляд, вы считаете вот самым главным? Ну, вы знаете, я как историк очень ценю этот праздник, потому что я не буду трогать многотысячную историю нашего Казахстана, я буду брать многовековую историю, да? И вот вы знаете, каждую минуту, вот каждый год, каждое десятилетие это были постоянно меняющие друг друга исторические события, где цель была одна – уберечь свою землю, уберечь свои границы, пусть от джунгар будет, пусть там от внешних и так далее, и так далее. И это стратегические планы ханов казахского ханства, я могу назвать Аблая, Тауке, да, ну и Абулхаира можно назвать. То есть это стратегическое планирование не только ханов, народа. Это вот народные, давайте возьмем того же Кенесары Касымова, Есет Кутебарова, да. Это Сырымдатов. То есть это мечта народа, чтобы это была независимая такая вот страна. Я еще не говорю о республике, да. Давайте возьмем нашу интеллигенцию алашардынцев. Они мечтали о том, чтобы была казахская автономия, чтобы земля принадлежала народу, чтобы было развитие, чтобы все получали образование, да, чтобы такая же, вот, они же по проекту вот, как бы той же Японии. Вот. И эта, наверное, мечта, она никогда не покидала сознание народа. Я говорю обо всем народе, который сейчас проживает на территории Республики Казахстан. И вот в это вот в такое вот смутное время, 91-й год, когда был развал огромной страны Советского Союза, да, когда вот было непонятно, в какую сторону мы вообще будем развиваться, и будет ли у нас вообще что-то.
И здесь вот молодой Ельбасы, вроде, ну, совсем молодой еще для того, чтобы принимать такие мощные, такие конструктивные, фундаментальные решения, чтобы страну вывести из такого глубокого кризиса. И заслуга в этом, конечно, огромная у Ельбасы. Он смог сконсолидироваться, да, создать вот эту вот власть, создать, ну, вот эту вот три ветви власти. В 91 году, 16 декабря, Конституционный совет утверждает закон о государственной независимости. И вот за 30 лет все, что мы сейчас имеем, да, слава Богу, извините, пожалуйста, за такие эмоции, нормально мы живем, нет войн, дети наши защищены, мы уверены в будущем наших детей. Но то, что было в 91 году и что мы сейчас имеем, это, конечно, огромные, просто гигантские шаги государства. 30 лет – это совсем немного. Мы молодая республика. И за 30 лет государством сделано очень много. И, вы знаете, я всегда этот праздник с благодарностью, с таким вот, ну, я историк, и этим все сказано, да, с благодарностью, с почтением, с уважением отмечаем этот праздник, потому что, знаете, по миру очень десятки, сотни государств, которые мечтают о независимости. Мечтают о независимости, я не буду перечислять эти государства, а мы достигли эту независимость, да, мы дошли до этого дня, и наша вот эта вот многовековая история, где вот эта вот основная цель, основная мечта народа была, мы в 91 году к этому пришли. И это великий праздник, это праздник с огромным значением, который достоин внимания, уважения и того, чтобы все наши, и мы, и наши дети, и внуки, правнуки ценили этот праздник. Спасибо, Ян. Действительно, можно поаплодировать. Понятие, в это слово «независимость» каждый вкладывает свое понятие. Это и выбор собственного пути, и самостоятельные шаги к успеху, и, конечно, уверенность в завтрашнем дне. Аселя, а вот для вас чем является эта дата? Что для вас именно служит поводом для гордости в данный момент? Вы, как один из лидеров молодежной организации, патриот своей родины. Она, во-первых, это вызывает во мне чувство гордости и чувство безмерной благодарности, потому что у нас есть возможность реализовываться как личности, развиваться всесторонне, выбирать свой собственный путь самому, самостоятельно. То есть для этого у нас есть все, только выбор за нами, вот как от молодежи. Да, это мы можем быть самостоятельны, выбирать свой путь, развиваться, делать свой вклад в развитие страны при желании, да, быть независимыми в каком плане, открывать свое дело, быть, да, ну, как предпринимателем, можно госструктуру, можно быть волонтером, как я, да. Затрону волонтерство, потому что для меня волонтерство сыграло роль огромную, как социальная лестница. Благодаря году волонтеров и благодаря, скорее всего, независимости и вот этой возможности я стала депутатом областного маслихата. Для меня это огромная ответственность, во-первых, и гордость тоже в то же время. Я, будучи сейчас депутатом, имею возможность большему количеству помочь. То есть как волонтер там свой круг, да, а сейчас у меня масштаб увеличился. Ну, для меня это является счастьем. То есть то, что я полезна своему государству. Спасибо. Артем, а вы сами какой вклад хотели бы внести в развитие нашей страны? Какие цели ставите в жизни в дальнейшем? Вклад именно я, как и все военнослужащие, мы каждый день вносим вклад в государство. То есть это воспитание будущих патриотов, будущих солдат, офицеров, состоящих из них. Мы каждый день воспитываем, поднимаем боевой дух народу, поднимаем патриотизм нашим солдатам, чтобы они гордились, где служат, для чего служат, для чего они вообще предназначены в наших войсках. Мы каждый день какой-то вносим вклад для нашей независимости. Потому что если даже, дай бог, что-то начнется в Казахстане, то мы в первую очередь пойдем
первый бой. А если солдат не будет любить свою страну, не будет любить свою родину, он сам первый сбежит. Зачем такой нужен солдат? Зачем-то нужны мы, если солдат не нужен. Ну, не может постоять за свою родину, за свою судьбу. Вот для этого мы и предназначены. То есть вы считаете себя патриотом? Я? Именно я, да. А что, по-вашему, в чем заключается патриотизм? Вот сейчас все говорят, да, современный казахстанский патриотизм. Вот что вы сами вкладываете в это? Именно для меня, как я думаю, я человек такой, как госслужащий, скажем, даже как гражданский человек. То, что мне государство говорит делать, я буду делать. Я служу для Казахстана. Если мне даже президент или главнокомандующий, или независимо мой старший командир скажет, поставит любую задачу, я ее обязан. Пускай мне будет это очень дорого стоит, но я обязан ее выполнить. В любом вообще. Mm-hmm. Хоть как, но я должен выполнить. Mm-hmm. Я считаю, это патриотизм. Mm-hmm. Спасибо. А как вы считаете, уважаемые гости, насколько вообще патриотична наша молодежь? И какими должна быть независимая молодежь нашей страны, по-вашему? Можно я скажу? Uh-huh. По поводу патриотизма, в прошлом году, опять-таки затрону прошлый год, молодежь, которую никто не знал, ну как, они стали гордостью нашей области. Почему? Потому что во время пандемии, когда было трудно нашей области, стране, всему миру, именно эта молодежь встала. Ни почему, ни приказу. Никто их не просил. Они по велению своему сердцу и души стали за свой народ. То есть это был невидимый враг, да, это. То есть мы тоже вели войну, можно так сказать. Но мы сражались с этой пандемией. В трудной ситуации оказался простой народ, в котором элементарно не было продуктов питания, лекарств. Был дефицит, как вы знаете. И кто помогал? Та же самая молодежь, начиная от 16 лет до вот 30-35 лет. Все встали, никто никому не приказывал, никто никому не говорил, что это надо делать. Просто по велению сердца и души. Я думаю, это истинный патриотизм. Спасибо. Да, вот Асель сказала про молодежь. Вот у нас при Чингушском общественном объединении войнах создан клуб «Достык». «Достык» казахской войнаской молодежи. И вот молодежь, про которую сейчас Асель говорит, вот эти вот члены этого клуба, вот они работали в красной зоне. В красной зоне. Рискуя своим здоровьем, но они шли туда добровольно. Да. У меня они спрашивали. Потом только докладывали, что Дальмек Алиевич, вот мы. И они отработали весь 20-й, начало 19-й, весь 20-й год, они отработали в красной зоне. Мало того, вот быть патриотом, конечно, вот Артем правильно, хорошо говорит, армия – это школа мужества. Школа мужества. Вот наши вот годы, когда мы служили в Советской армии и до того, вот мы считали, если вот ты в армии не служил, то уже его не считали, даже вот за мужчину как-то не считали. Потому что любой призывной молодой человек призывного возраста, он обязан пройти военную службу. Он должен пройти эту школу мужества, чтобы, как вот Артем говорит, чтобы умел защитить свою родину. Вот быть патриотом, лежа на диване, не будет патриотом. Я всегда говорю, человек должен быть в первую очередь патриотом своей семьи. Любить, уважать, оберегать честь, достоинство своей семьи, своей нации, своего государства. Только потом он может быть патриотом своего государства. Поэтому вот, мы должны воспитывать в армии командиры, дома родители, в школе учителя, а в обществе мы все должны воспитывать наше подрастающее поколение, нашу подрастающую молодежь в духе казахстанского патриотизма. То есть показывать им пример. Вот тот пример, который Асель озвучила, вот этот пример. Вот наши вот, члены нашего клуба сегодня помогают. Они находят бедствующие семьи, малоимущие семьи,
которые живут в критических условиях жизни, без обогрева, без дома, без тепла, без крыши, без удобства в доме. И вот эти вот члены нашего клуба, они помогают, ремонтируют, проводят в дома воду, тепло проводят, продуктовые пакеты. Мы, вот наш клуб, вот месяц по 2-3 рейда делаем мы, охватывая до 50 семей. А казалось бы, не моя семья, но он патриот. И он хочет, чтобы в его государстве люди жили хорошо, люди жили сытно, чтобы 21 век они не страдали от того, что нет обуви, нет одежды, нет покушать дома, нет чая элементарно. Чай с сахаром, с маслом. Бывает, есть такие семьи. И вот это наша молодежь сегодня охватывает. И вот и волонтеры, и клуб «Достык». Вот Асель в гуще эти события была. Она и сейчас продолжает участвовать. Поэтому у нас хорошая молодежь. Только надо эту молодежь поддерживать. Поддерживать материально, давать им какие-то гранты, дать возможность участвовать в проектах, чтобы они вот, умели себе... Сегодня есть возможность реализовать, но чтобы реализовать, надо чуть-чуть помогать им. Помогать с государственной стороны. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную 30-летию независимости Республики Казахстан. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на небольшую музыкальную паузу. Далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Жылдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз.
Доброго дня всем, кто только подключился к нам. Мы продолжаем наш праздничный выпуск. Еще раз поздравляем всех казахстанцев с праздником. Продолжим нашу беседу. У каждого из нас родина ассоциируется с чем-то своим. Для кого-то это родители, для кого-то друзья, для кого-то это школа и так далее. А вот для вас что является неотъемлемой частью родины? Что вы сами вкладываете вот в это понятие родины для вас? Что значит, Асель? Родина для меня – это место там, где я родилась. Есть такое понятие – где родился, там пригодился. Поэтому я люблю свою родину. Родина, конечно, понятие растяжимое, но для меня Уральск, он дорог. Я бы хотела быть максимально полезной для своего города, внести вклад в развитие. Ну, родина для меня что-то более обширное и, наверное, глубокое. Я в силу своей профессии археолог. Я объезжаю просто вот все степи, все наши долины, все абсолютно. И вы знаете, с какой ностальгией каждый год выезжаешь в эти поля, пусть они там безводные, может быть, совсем там непролазные, да, какие-то есть земли, но я люблю свою родину и хочу затронуть молодежь. Я, наверное, как и вы, нравственным воспитанием молодежи занимаюсь. Мы выезжаем в экспедиции, и они там получают и нравственное воспитание, и культурное. Потому что культура и наука – это одна из важных компонентов, да, любого государства. И исследуя памятники, мы живем в палаточном городке, и вы знаете, дети, уезжая с экспедиции, трехмесячные, четырехмесячные экспедиции, они говорят, мы никогда не знали историю Родины так, как вы рассказываете в экспедиции. Мы никогда не погружались вот в ее реалии так, как вы позволяете это сделать нам здесь, в экспедиции. И мне хочется сказать, что вот за 30 лет независимости моими коллегами, мной, были открыты памятники, которые известны сейчас всему миру. И там не надо объяснять, если раньше, вы знаете, вот в 90-е говоришь, что ты из Казахстана, они говорят, а где эта такая страна находится? То сейчас достаточно говорить о наших памятниках. Просто про вот тот же лондонский британский музей, да, там была конференция. Вы откуда? Я говорю, я представляю памятник Таксай. О, Уэст Казахстан, Западный Казахстан. Они уже знают и Теректинский район, и знают, где это находится, и так далее. То есть за пределами, в дальнем зарубежье знают о нашей стране. И этот вклад был внесен моими коллегами. И вы знаете, та молодежь, которая у нас проходит, я всегда говорю, школу жизни, да, то есть там нет приказов, там есть определенный график работы, да, определенная работа, она нелегкая, это очень сложная работа, исследовать археологические памятники. Но после этого дети возвращаются. Я говорю о молодежи, не дети, а вот молодежь от 17 и старше. Они возвращаются из года в год к нам, вот эта вот ностальгия, вот это вот, они говорят, вот это вот, знаете, вы воспитываете в нас патриотизм. Благодаря вам мы любим нашу родину. Вот в этом всем, вот во всех этих мелочах, во всех этих, может быть, больших событиях, малых событиях, во всех названиях этих поселков, рек, дорог и так далее, во всем этом я вижу родину. Я ее очень люблю. Я действительно один из таких, наверное, фанатов-патриотов, который просто вот, ну, очень-очень сильно любит и возвышает слово «Родина». Спасибо. Снова, да, окунемся немного в историю, Яна. Каковы, по вашему мнению, результаты политического и экономического развития страны за годы независимости? Ой, ну там вообще результативно. Первое, вот знаете, можно на 3 десятилетия разделить, да? Первое десятилетие становление было, да, у нас становление вообще республики. То есть у нас появился свой парламент, да, свои там законодательная власть, исполнительная власть, да, и так далее. Экономика начала на ноги становиться, да. Мы получили какие-то направления, стратегические планы 2030. И реализовав их уже в второе десятилетие, да, нас уже, мы стали выходить за пределы, за рамки, да, того, нас начали узнавать, мы стали более узнаваемы. И не только более, это не совсем удачное, наверное, слово,
мы стали узнаваемыми, да, нас признали, да, второе десятилетие. Мы границы свои уже, да, уже более утвердили. У нас Каспийское море было же под вопросом, и сейчас это все узаконено. У нас есть свои фактически узаконенные границы. И сейчас новые перспективы. Новые перспективы нашего государства – это уже рост экономики, да, это интеграция. Ну и много можно таких вот этих перечислить. Но самое главное – это рост. Самое главное – это рост нашего государства. Родина – это очень сладкое слово. Родина, как и независимость. Родину действительно надо любить. Любить, как любишь своих детей. Родину надо беречь. Родину надо восхвалять. О родине надо говорить только положительно, а не искать каких-то недостатков, изъянов, а говорить о тех, вот как вот сейчас вот наш уважаемый историк говорит, о тех высоких достижениях, которые мы за эти 30 лет имеем. Некоторые наши граждане, которые стучат себя в грудь, мы патриоты. Это диванные патриоты, которые не знают, чем живет его общество и что творится на его родине. Он не живет жизнью общества, жизнью своей родины. Он живет вот тем диваном, на котором он лежит, пока кто-нибудь не скажет, иди вот это скажи, другой скажи. Поэтому надо видеть, что в твоей родине творится и как твоя родина сегодня живет и насколько она поднялась, насколько она расцвела. Действительно, первые годы очень было тяжело. Мы через такие трудности прошли, когда в раз все развалилось, и сельское хозяйство, и образование, и все, когда учителя с красными дипломами начали заниматься челночным бизнесом, таскали эти саквояжи квадратные ширпотребом, стояли на базаре, стояли на проспектах, на улицах, торговали. Да, это было, но это великая школа, через которую наш народ прошел с достоинством. Он не пошел грабить, не пошел воровать, не пошел убивать, а он при той трудности становления нашего государства, он всемерно, всеми своими силами помогал выстоять и пройти эти трудности. И мы с достоинством это прошли. Спасибо, Данил Калинич. Что бы вы хотели пожелать по случаю празднования Дня независимости Республики Казахстан? Хотелось бы по традиции услышать сейчас ваши поздравления и пожелания всех телезрителей с праздником. Хотела добавить к словам Данила Калиновича. Человек, который является патриотом, и для которого Родина является его любимой, да, он не должен говорить, что мне дает моя Родина, что дает мне моя независимость. Он должен говорить, что я могу сделать для своей независимости, для своей Родины, чтобы она процветала. А пользуясь моментом, хотела пожелать нашей области крепкого здоровья, благополучия, мира, процветания. Самое главное, чтобы в каждом доме был мир. Артем. Хотелось пожелать бы, чтобы наш народ любил Родину, любил свою страну, не забывал, где вырос, где родился, здоровья крепкого, семейного счастья, чтобы стремились только к лучшему, все, что плохое, оставляли позади, поглощали только все самое лучшее, учились, мы ежедневно обучаемся чему-то, каждый день. Что-то поглощаем новое, каждый день учимся. Учиться, еще раз учиться. Не забывай самое главное. Спасибо. Ну и я на заключение вам слово. Я тоже хотела поздравить всех казахстанцев, жителей нашей области с таким важным, знаменательным праздником, как День независимости. Пожелать здоровья, благополучия в каждой семье, чтобы горел свет, огонек. Вот, чтобы огонек надежды никогда не угасал. А для нашего государства процветания, роста, чтобы, вот знаете, наш Казахстан – это как центр Евразии, чтобы он стал в будущем путеводной звездой для всех стран, которые находятся на материке Евразии.
Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче, еще раз поздравить вас всех с праздником, пожелать только благополучия и стабильности. Пусть в каждом вашем доме царят только мир, согласие, ну и, конечно, взаимопонимание. С Днем независимости, с 30-летием независимости Республики Казахстан. Еще раз поздравляю всех с праздником, с Днем независимости нашей страны. Желаю вам стабильности, процветания, крепкого здоровья, удачи, благополучия в семьях, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. И закончить сегодня нашу передачу мы бы хотели песней в исполнении солистки областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева Ахмарал Ахметовой «Мемлекетим менин». Ұзар шыңым білім, еркін азат елім, айбыны асқар таудай, мемлекеті менің, тола бойым сенің, емін жарқын реңім, жете. Қазақстан, елім менің, Қазақстан, тегі менің, Қазақстан, гүл жайнаған, теңдесі жоқ, жері менің. Қазба байлық кеңім, жауқары мол жерім,